приготовился к бою. Видишь? Приготовился к бою. Эй, товарищ. Товарищ. Да ты не стесняйся, что ты? Мы тебя только заснимем. И полез. Приготовился к бою? А? Эй. Да ладно тебе. Давай-ка. Видишь, закручивается, закручивается, гляди как. Закручивается. А что это он так закручивается? Смотри, чтобы сам себя только не упустил. Ну ладно, все, пускай. Ну что, друг, ладно. Мы пошли, мы тебя трогать-то не будем, что ты. Все. Комарья вон полно, сколько поналетело. Вот поглядите. У Жонка инфаркт случился. Хотели заснять, а он скрутился в комочек, себя укусил. Батюшки мои, это вот надо же так себе смерть такую делать. Батюшки мои, хорошенький. А? Итак, сегодня 12 июля. Пошли беленькие грибочки. Вот. Срезаем найденный белый гриб, самый первый. О, все, вот так. Грибочки-то пошли. Ура, 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 ура. О, еще один, маленький. Ну что ж, берем, вот такой. Ну что, нашелся грибок? Полезай в кузовок. Все. Ку-ку. Все. Все за грибами. Вперед, друзья. Вот еще грибочек. Вот он. О, какой хороший. А, отличный. А, только что высыли. Выклюнули после дождей. Все. Начинаем собирать. Пока-пока. Пока. Ну что, где ты нашла? Вот грибочек. Ну-ка, ях ты, погоди, Во. Вот, снимай. А? Снимай. Сейчас снимем. Подожди, здесь вот ничего не раздави. Вот, ага. Видишь, маленький. Ага, ну ладно, давай, срезай его. Хорошенький. Ух ты какой. Во, вот этот грибок. Во, люди добрые. Все за грибами. Это я вам говорю. Доктор Леший. Ну-ка покажи. Вот такой, смотри, во, во, вот это поддубничек. Сам натуральный, хороший гриб. Не сравним ни с чем. Что белый, что поддубник, одинаковый грибок. Во. Дай-ка еще срежу. Ну, маленький, оставь. Я уже срезала поздно. Ну, ладно. Молодец. А я пока еще ничего не нашел. Здорово, молодец, Ира. Молодец, хвалю. Леший сказал, что грибы есть. Значит, грибы есть.
Ну вот. И беленькие грибочки уже пошли, появились. О, вот они, красавцы-то какие. Вот, вот люди добрые. Все, если леший сказал, грибы есть, значит есть. Все, вот так вот. Все, вон шляпка оторвалась, правда. Но ничего, хороший гриб. И что? Все, вперед за грибами. Все, ку-ку. Ну вот целая семейка подубничков. О, гляди-ка. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. О, иди, срезай, Ир. Вот это грибочки, я понимаю. О, сейчас наковыряем мы. Ну, какие хорошие. Елки-палки. Блин, горелые. Вот это, я понимаю, грибы. Так что все в лес, люди, все в лес. Место мы вам не скажем, но все в лес. Вот и все. Быстрее из леса катим. То, что уже скоро начнется дождь. Того и гляди, уже все померкло, солнышко спряталось, тучи настигают, и все. А мы опять во свояси катим. Все. Всем привет. Пока-пока. Грибов набрали помаленечку. Все. И то хорошо. И вперед.